О спорте. Курская «Динамо» стала победителем товарищеского турнира «Золотая осень», который проходил в литовском Друскininkai. В последний день соревнований соперником стала оренбургская «Надежда». Команда Альфреда Савайнаускаса не проиграла ни одной четверти, завершив матч с преимуществом в 10 очков – 74-64. Теперь впереди у куряна Кубок губернатора, который стартует в Курске уже в ближайшее воскресенье.